Западной Грузии для борьбы против мраморного клопа USAID передал Национальному агентству продовольствия 17 единиц техники и защитной экипировки. Мероприятие передачи спецоборудования прошло в муниципалитете Абаши в штабе координации. Как говорит глава Национального агентства продовольствия, американское правительство в процессе борьбы против вредителя уже 2 года как предоставляет значительную помощь грузинской стороне. Губернатор Самигрелу Займусванети оценил мероприятие в регионе. Как говорит Леван Шо, итоги опрыскивания эффективны. Для меня большая честь находиться в Абаши. Мы очень рады сотрудничать с Грузией и с помощью Международного агентства развития США помогаем в борьбе против мраморного клопа. У Национального агентства продовольствия имеется техника, системы мониторинга и оборудование. Дополнительно передали 17 новых тракторов, которые оборудованы безопасной системой распыления пестицидов. Этот вредитель распространен в США. И исходя из опыта, знаем, что полное уничтожение клопа невозможно, хотя возможен контроль. С помощью USAID грузинской стороне передали 17 единиц техники и оборудования, которое будет подключено к мероприятиям борьбы против вредителя. Первый этап опрыскивательных работ на территории около 100 тысяч гектаров уже проведен. В параллельном режиме проводится мониторинг. И, конечно же, после наблюдения начнется второй этап. Первый этап окончен. Итоги на самом деле впечатлительные. По правде сказать, не ожидали. Также население довольны этими итогами. Уже 2 года, как народ и правительство Америки помогают нам в борьбе против вредителя. И яркий пример помощи то, что сегодня нам передали 17 современных мощных тракторов, которые будут использованы в регионах Западной Грузии.